Давно хотел записать, показать этот небольшой сквер в Туапсе. Сквер-парк. Находится он на улице Ленина, рядом со школой номер 6. Сейчас покажу, он очень приятный, аккуратненький. За ним следят, стригут, поправляют тут все. Вот так это все выглядит. Если со стороны школы зайти, всем, кто не знает, кто не здешний, кто приехал там отдыхать или просто посетил город, рекомендую посетить. Конечно же, здесь летом гораздо симпатичнее. Здесь очень хорошая детская площадка. Есть туалет. Причем на туалете написано, указано, что только для посетителей. Ну, конечно, ходят все. Ну, такой чистенький туалет. Вполне себе, может быть, не очень современный, но чистенький. Детскую площадку сейчас покажу. Ну, так вот он выглядит. Небольшой очень такой скверик тут. Такие мостики, импровизировано все. Площадочка одна небольшая. Вот она, вторая площадка. Сейчас поднимемся, покажем. Ну, такой вот хороший детский комплекс стоит. Вот сверху этот небольшой парк. Сегодня в Туапсе потеплело. До плюс 13 показывает на солнце. Всем удачного дня!